ходом доемот, чему джикен мы пол, а мучи чай лалек, здорово, Волорун. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня в очередном выпуске нашей передачи «Кто вы, юкагиры?» мы встречаемся с очень интересным человеком Таисией Тарабукиной. С Таисией Тарабукиной мы в прошлом году реализовали очень интересный проект, который называется «Образовательный анимационный проект. Изучаем юкагирский тундренный и лесной язык по мультфильмам». Но на самом деле наше сотрудничество с Таисией началось чуть раньше. И оно началось с очень интересной книги, которая называется «Путешествие мышки по первому снегу». И вот прежде чем мы перейдем непосредственно к этой книге, давайте, Таисия, познакомим наших зрителей, кто вы, чем вы занимаетесь, почему вдруг мы вышли на вас. Наша компания «Резидент IT-парка», мы занимаемся инновационными технологиями в сфере создания 3D-анимационного контента. Наша компания уже не новичок на рынке, и мы очень всем сердцем любим анимацию, очень хотим развивать анимационную отрасль. И когда я к Вячеславу Ивановичу обратилась, это было полтора года назад, с предложением создания таких мультимедийных интересных проектов по сохранению языка. И вот с тех пор мы очень тесно сотрудничаем, можно сказать, весь прошлый год и этот год. У нас много реализованных проектов, и в плане тоже стоят очень интересные проекты по анимации, по созданию интерактивных учебников, книг, потому что наша компания занимается не только созданием анимационных проектов, мы еще и книжное издательство. Вот, сами выпускаем книги, у нас полный цикл производства книг. Мы сами их пишем, сами редактируем, рисуем. Это необычные книги, вот, например, как «Мышка», да, «Путешествие мышки по первому снегу». С помощью мобильного приложения или встроенного QR-кода можно смотреть на телефоне или на планшете, как оживают герои. Это, конечно, очень интересно и вызывает большой интерес у детей, которые сейчас привыкли всю информацию получать визуальным способом, да, посредством любого интернет-контента. И такая технология дополненной реальности или QR-кодов, она помогает, конечно, ребенку с большим интересом смотреть и читать саму книжную историю. Вот начнем. Вот первый наш был проект. Это вот «Путешествие мышки по первому снегу». Вот, может быть, вы расскажете, что это за книжка, с кем работали. Вот. И особенно мне нравится иллюстрация. Да, это на самом деле очень удивительный, интересный проект. Автор проекта — Любовь Николаевна Диомина. Она у нас из Верхнеколымского улуса, живет в селе... Сейчас Угольная она живет, да, лесного юкагирского языка. Удивительная женщина, Любовь Николаевна, она сама учителем работала, да, много-много лет, да. Лесного юкагирского, да, замечательный человек, и она автор этой книги. Она сама, получается, ее придумала, перевела. Угу. В этой книжке что необычного? Здесь мы все озвучили, также идет песня. Была поставлена аранжировка самой Любовь Николаевной в школе. Угу. В селе они записали музыкальную аранжировку. И можно будет тоже... к этому проекту создан целый сайт. Мы, наверное, ссылку можем дать, да, в конце, да. Сайт. На сайте можно уже посмотреть, как звучит эта песня, как звучит полностью перевод. Это, конечно, очень интересно. И иллюстрации, да, делала наша художник. Виктория, она живет, правда, не в Якутии, не в Якутске, но вот мы тесно сотрудничаем с художником. Иллюстрации выполнены в стиле цифровой акварели, что очень необычно. По этой книжке, по этому сюжету мы сделали также мультик, покажем мультик по мышке, да, в больших планах развить серию подобных мультфильмов, сделать на все языки наших народов, не только по мышке, да, в таком стиле, mm-hmm. Вот. Планируем так проект развивать. Но вот эта сама книжка на русском языке, а так вот, когда вы смотрите ее интерактивно, здесь будет по системе QR-кодов и так далее, то они оживают,
они там приобретают 3D-форму, и здесь каждый из них поют свою песенку, свои вот, да. На юкагирском языке. И это вот очень хорошая книжка именно для, наверное, детских садов, потому что у нас крайне не хватает вот таких детских песен, коротеньких, mm-hmm. чтобы дети могли это инсценировать, поставить. То есть это очень такой хороший такой проект. Во-первых, очень качественная книжка, потом новые технологии и живое звучание юкагирского языка. Очень красивые иллюстрации. Такие прямо иллюстрации, вот просто... каждый из них так и просится и прямо стать. И я когда первый раз увидел вот эти сами иллюстрации, я сказал, нет, нужно создавать мультфильм. То есть мало вот просто иллюстрации, надо сделать мультфильм. И я надеюсь, что в этом году нам удастся тоже сделать проект и сделать мультфильм по этой книжке, чтобы потом можно было его сделать полноценным таким фильмом, чтобы представлять уже нашим младшим ребятам, для того, чтобы вот, я думаю, он будет интересен и не только самим юкагирам, но и вообще всем народам, поэтому мы его делаем на нескольких языках, в том числе и на русском языке оно будет доступно, и таким образом для всех оно представляет большой интерес. Но основной наш разговор сегодня – это все-таки по нашему проекту, который финансировало Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия. Проект называется «Образовательно-анимационный проект. Изучаем юкагирский лесной и тундренный язык по мультфильму». Вот скажите, пожалуйста, вот немножко об этом проекте расскажите. Да. Давно была такая идея и большое желание с нашей командой создать серию мультфильмов, именно посвященным нашим исчезающим народам по сказкам, потому что, конечно, детям в первую очередь интересно смотреть некий сказочный формат, чтобы сюжет был интересный, динамичный. И я обратилась также к Любовь Николаевне Деминой для того, чтобы мы совместно смогли что-то подобрать, какие-то интересные истории, да, по сказкам, и выбрали две сказки лесные и три тундренные сказки. Вот сейчас да. Вначале о самих сказках. Ну, то есть вначале шел отбор сказок. Да. И я должен сказать, что авторами этих сказок являются сами представители наших народов. Вот две сказки на лесном юкагирском языке, автором их является Любовь Николаевна Демина. Об нем мы уже немного говорили. А автором сказок на тундренном юкагирском языке является Николай Николаевич Алексеев Неустроев, наш сородич, он проживает в поселке Черский Нижнеколымского района. Вообще он пишет на русском языке. Свои таланты такие он открыл, наверное, совсем недавно, лет 15 тому назад он начал писать. Несколько его сказок были опубликованы в газете «Илкен». Но сказки все были на русском языке. А вот у нас, когда вот идея возникла проекта, мы говорим, а давайте мы эти сказки переведем на юкагирский, тундренный, потому что ну, нужно же изучать, чтобы эти сказки помогали для изучения языка. Обратились к Василию Николаевичу Третьякову. И Василий Николаевич Третьяков, это вот руководитель, директор общественной организации «Алаичи», он поддержал этот проект. И именно этот проект был подан в министерство именно организации «Алаичи». И мы сумели реализовать этот проект. Таким образом, мы как бы, с одной стороны, представили уже, можно сказать, новое такое творчество нашего молодого писателя Николая Николаевича Алексеева Неустроева. С другой стороны, уже мы какой-то, скажем, такой вклад сделали в копилку перевода литературного. Ну и появились сами теперь уже анимационные произведения. Вот теперь непосредственно о самих мультфильмах. Расскажите, пожалуйста, какая технология, техника этих мультфильмов? Да, мы использовали две технологии. Для лесных юкагиров, вот сказки Любовь Николаевна Демина, использовали 3D-анимацию. Это наиболее сложный вид анимации. Он требует такой более тщательной технической проработки. Каждый мультфильм длится не менее 3 минут. То есть, ну, 3 минуты для анимации, если специалисты в отрасли понимают, что это достаточно вот такой большая продолжительность, которая требовала очень скрупулезной работы, и мы выполнили это в такой короткий срок, по-моему, за 3 месяца, да, за 3 месяца реализовали 5 мультфильмов. 3D-анимация была использована, и
2D-анимация. 2D-анимация тоже ее рисовали два художника. У нас было очень-очень много различных набросков, много промежуточных, да, каких-то этапов нарисованных. Вот. Большая команда работала, не только художники, еще и аниматоры, режиссеры, звукорежиссер, который подбирал спецэффекты, да, звучание, чтобы это все было, конечно, очень красиво. И наш такой мультик, который более долгий по продолжительности, более такой точный по отрисовке, это сказка про оленя, это вот тундренная сказка. Другая совсем технология. Да, 2D-графика. Вот. Там использовали покадровую анимацию. Покадровая анимация, да, это очень сложный вид анимации. Вот его как раз делала вся наша команда. И этот мультик получился, ну, на наш взгляд, такой вот, его можно, конечно, демонстрировать везде, показывать как лицо проекта. Очень нам нравится. Нам все пять мультфильмов, конечно, нравятся. Вот сказка про оленя, мы ее выделяем больше, потому что там использовалась именно кадровая анимация. Вот я думаю, зрители посмотрят, оценят, увидят, да, уровень создания. Вот. И я думаю, что в дальнейшем мы можем даже на основе созданных иллюстраций также выпустить и сборник, да, сказок, где возможно расположить и QR-коды, и в печатном виде эти книжки, истории уже на базе созданных иллюстраций как-то дарить библиотекам. Я думаю, что это тоже можно будет, да, реализовать тоже в рамках какой-нибудь программы, чтобы сохранить, да, не только мультик, а еще и книжный формат. Да, с QR-кодом ребенок также смотрит, заходит и читает эту историю на двух языках. Илля, сказка про оленя. Тида, тида, юрпура, илен, лем леди табальден. Туда левен буравана анан, я улигилялум. Туда она вай, юрпура лей, эндерукон, я унар. Омудилянга. Хадир Мархаджан илан юолялум. Кин юодиней нямучанда халича кореле. Мархан юодиги чайланджа нявай кайгудан ичуолялум. Кунмагисча юодиги нямучандан лайгудан ичуолялум. Пугучаги, саваги, эулиелел, тункорал, чамагатак, серугайнуллен, тан агарара паюаджа, коэджак, пулгарейнуллен бэлэ. Тудал кирияги буран, пашуалакка саганален, нимаги гараш. Ян сукун молгел училял дага буран юр буран эуриеналян пошуалаккат якон эуриенулдан. Яуник лепала лабун мапала икивинуран кочагиенулдан. Левел маладагана туда лёлолга юр буранин кенгуруй туда эмджа почасайнуллялмала кирияги вертолет. Илан итнанга нингевар в мойран эл манагарчуане урай тадат йоганяралак. Буранла пуран банджа албай ngoja ана албадага лайни чангин ньем. Мархан чайла чингичал чичиркеаган лайнунге. Чайлама илангин ерпая чамдинунум. Чингичалма кинжа тадасня вайданга чамдинунга. Буран илла энмурпадагану койласум. Иланг буран бензингин бак октамла. Ушчалак, угустансис халак, истекологи карелесмада, тингичалма сукундава, кинджала умусайдага буран илала эриметудру лалварайм. Тадат илан туда варбаптия ганапталлак
туда бурат буранда или тайрелак, а на пура ламудан тигир тигир киран окке. Эли дага буран туда гана матонго дуном, ах лайгудан помортир полула матан тайрам. Бензинге, нижагай нулге, мордалак, туда гараркин, макавач. Тогда тандалак, буран, мунгор, морила, илапул, махалдай нунге, тен эйока, анапул, лягудагана, анадой чангин, худай нунге. Иди, йорпура, буран, лям лямалай, Илам удак марал гамлумуй. Я при этом хотел бы еще сказать, что вообще, вот мы с Таисией стали работать, кто-то может подумать, что это очень дорогие проекты. Вообще создание мультфильмов – это очень дорогие. Я помню, что когда-то еще лет 10 назад мы когда-то у нас была идея одна, да, это буквально даже тогда, в то время, это нам смету подавали на миллионы. А сейчас я вам скажу, вот уже, наверное, новые технологии позволяют это все удешевить гораздо, хотя работы, конечно, много. Вот я просто озвучу вам сумму гранта, который предоставил Министерство по внешним связям. 500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей, это с различными организационными и так далее, то есть 5 мультфильмов. Это вот создано. То есть вот услуги вот компании, которая вот представляет Таисия Тарабукина, она очень дешевая на сегодняшний момент, ну, по моему мнению, из всех, которые у нас существуют на рынке. И я поэтому продвигаюсь с Таисией, потому что, с одной стороны, это очень качественная продукция, с другой стороны, ведь для нас это как раз более-менее, потому что наши гранты, они небольшие, по идее, а нам нужно сейчас привлекать детей, вовлекать детей в вот этот процесс сохранения языка. А самый простой, наверное, самый доступный для детей – это вот как раз использование новых технологий, 3D, анимационные различные проекты. И вот в новом нашем проекте мы хотели бы их еще экстраполировать на наши мобильные, вот на смартфоны и так далее, на мобильные носители, для того, чтобы… Ну, это уже реальность нашего дня. Дети сегодня ходят с телефонами. И чтобы они через телефоны могли загружать это, смотреть, и сразу же знакомиться, потому что, ну, другой формат нынешней жизни. Может быть, мы старшие привыкли, что вот телевизор надо и так далее, а ребята уже на компах и на смартфонах в основном вот все работает. И вот поэтому мы сразу ухватились за вас, действительно. И я просто рад, что эти проекты мы сумели реализовать. А вот еще один такой, может быть, вопрос станет, да? И вот в связи с этой книжкой и в связи вот с мультфильмами, а вот, может быть, расскажете немного, как вот работа была художника, потому что ведь это очень интересно, чтобы соответствовало все-таки, было аутентично нашей культуре. Да, у нас над каждым проектом, вот именно по этим сказкам, работало 3 художника. Для того, чтобы правильно соблюсти всю орнаментурику, да, чтобы нигде не ошибиться с орнаментами, мы вплотную работали по архивным материалам. На самом деле очень мало в интернете хороших каких-то фотографий, да, где четко в хорошем изображении, в хорошем качестве есть орнаменты, потому что старые фотографии, да, мы очень много видели старых фотографий. Вот Любовь Николаевна нам отправляла, да, ну сложно было все это, конечно, сделать. Вот, что-то мы сами, да, фантазировали, дорисовывали, потому что в точности изобразить сложно, да, где-то, конечно, могли чуть-чуть и свое добавить. Да, художники, безусловно, они работали на базе архивных материалов, на базе тех фотографий, которые нам вот предоставляли эксперты, сами носители языка. Ну вот Любовь Николаевна Демина особенно была такая, скажем, щепетильная, да? Да. Очень много, кстати, правок было не только по этой книжке, вообще по тем мультикам, которые вы увидите, зрители. Много правок тоже вносились в образы героев. Например, там вот сказка про оленя, мы же его переделывали
Вячеслав Иванович говорил, этот олень не похож на северного оленя, там у него глаза, ну, надо поменять. Мы это все меняли, смотрели, как выглядят северные олени, и в итоге вот предложили такой хороший вариант, который, в принципе, вот все приняли и хорошие отзывы получили. Да, то есть, конечно, здесь художники, они, безусловно, работают именно в связке с экспертами, с носителями языка, смотрят, изучают. Это большая должна быть насмотренность у художника, да. У нас художники уже не новички, это уже люди с большим опытом, которые реализовывали не один пул проектов. Вот, у нас, на самом деле, очень хорошая команда сложилась, да, вот. Я думаю, что эти проекты мы реализуем благодаря сложенной экспертной команде. Такой команды, мне кажется, сейчас в Якутии у нас нет, именно анимационной команды таких профессионалов, да. А вот вопрос теперь следующий. С художниками разобрались? Звучание. Озвучку. Ну вот здесь по озвучке, конечно, есть определенные нюансы, потому что носители языка находятся далеко, да, от Якутска. Там нет профессиональных студий звукозаписи, где можно это все без шумов правильно записать и наложить. И поэтому нам, конечно, отправляли это все диктофонную речь с помощью мессенджеров. Вот. Но хотя бы так. Хотя бы так мы смогли это все внедрить. А, конечно, у меня вот лично мое такое большое желание, чтобы носители языка смогли сюда приехать уже на профессиональную студию. Даже в IT-парке есть студия звукозаписи, где можно это все хорошо, качественно записать, чтобы каждое вот слово было четко слышно. Нетлебе. Иркит шойбе нетлебела клел. Там нет лебе, ен но до поня, пудан ю комару бедак. Лебе там мы не пуголя, ель оча пугалатну. Улика полома сукейнуни, эн джон панингей бедак. Намус мудани там но до пол. Ики же ен бен вон пудей. Ель оча пугалатну, пантибаны, че же ила як кесь. Тат бовся челкелел. Мит нода пол ярхани, угасила бегинка бегин маленами. Куда тала азону гуел, на чумут мэрот кабэйни. Тапот килдемон мэрэни, мэрэни. Мит нет лебе, таты жилбай. Мэрэгала лорхайм. Там нынге титтал аммалдин. И жил бы коудадин мадани. Ен поджорхого, ай морей лелни, чо бул бу демарыни. Пен шажельней, тому много полалёни, хода нет лебе, титкат понёй. Понёдала и жил бы тудал чезе, чо бул мин боудись. Иркин они лыксе, шоромок туда колонукум. Тат туда нумагин хонтом. Туда калатарика нумага мят модойодок, а мосы не менее пайлок. Там нет ли бегала, туда лагитам, угалатум. Идам тудин пугаще пойная, мурадепалок, тат мони. Чугон нумагин марак, шо мога талчел кел парага. Та, теткала лабеда мэйминтам, йотам. Тангомося пай, мулогала мадидалла, нет лебе нуманинка бэс. Туда лабенин калдала йом, чуму пойной. Мэрат, мэрат йом, одун лабайди, омон нёмо торпони. Эл полшль жесён. Адон лабеда мэй матин паним мони. Тат лэнтат, юбагат, там дед на тебе, малайля. Угуял мама жеда лаём, тудал пугася пойная магалнясей. Тат тудал чеже, чемарейлил нин модолёв. Пора парага, но до полкални. Йома, на клебегала, а я лялни. Лабеда мэнин, яхтани. На клебеиджи, нехай ентин лабегат, элка бэйну.
хочу поблагодарить Таисию. У нас с Таисией очень много планов, потому что это первый такой успешный у нас реализованный проект. Мы не намерены на этом останавливаться. Думаем, еще у нас будет много новых достижений. Ну и, конечно, зрителям, да, хочется тоже пожелать смотреть хорошие, добрые мультфильмы, смотреть хорошие, добрые сказки и показывать детям, конечно, наши сказки по мотивам северных сказок. Это очень интересно, это большая кладезь информации. Малии и Лисина.